Всем привет, ребята! Мы на канале «Ушел по делам». Вот я приехал опять в парк Кузьминки, чтобы покормить лисенка. У меня здесь есть друг Чичи, его зовут. У него есть маленький братик или сестра. И как выяснилось, я думал сперва это их не сестра старшая, а это оказалась мама. Чика, я ее прозвал. Вот я подъехал, пока никого нету. Ну сейчас подождем немножко, посмотрим, может где-нибудь они еще гуляют. Ребята. Чичи, иди сюда. Ребята, Чичи проснулся, вышел. Я отъехал буквально на 5 минут. Как всегда, я отъезжаю туда, подъезжаю, он уже сидит. Чичи, иди на. Привез ему колбасочку. Вкуснятина. Ребята, пока ждал его. Здесь уже две собаки туда подходили, по его норе там тоже покушали. Потом птицы прилетели, птицы там что-то поклевали. Чичи, иди сюда, на! Он еще спит, зевает. Я что-то даже не посмотрел. Там так, наверное, хорошо наложили, он кушает там много, там с удовольствием. И собаки там покушали. Вон, идет, ребят. Иди сюда, нет никого. Привет. Чё, только проснулся? Смотри, какая колбаска здесь. Пошёл. Кушает вроде. Ребят, причем собаки такие большие, они где-то вот такого размера сюда подходили. Я смотрю, в последнее время лисята такие зашуганные. Либо собаки их гоняют, либо люди уже начали. Нет никого. А вон, иду. Иди быстрее, бери. Иду. Вон, ребята, Чичи сидит у норки. Последнюю колбаску ему дадим. Вот колбасочка. Чичи, иди сюда. На. Нету никого. Оглядывается по сторонам. Видно, кто-то уже шугает лисят. Иди, бери, не бойся. Иди. Иди, кушай. Ребят, Чичи идет. Смотрите. Когда колбаску давал, не подходил. На, иди. Иди, бери. Чичи. На, иди, иди кушай. Иди кушай, бери. Последнюю колбаску я тебя буду с ней сидеть здесь ждать. Взял, пошел. Ну что, ребят? Кормили мы Чичи сегодня. Там видно, кто-то приходил, наложил много еды. Там и собаки поели, и Чичи поел. Он пошел по дороге. Вот. Как бы он сытый. Я сегодня, в принципе, ну, не хотел приезжать. Я вижу, еды там много, как бы они уже и прячут. Думал, приеду дня через 2-3. Но что-то делать нечего было, что-то я по нему соскучился. Захотелось мне сегодня приехать проведать его. Гуляет здесь вокруг меня. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ребята, мне так стало интересно, что Чичи так с неохоткой ко мне подходит. Что там за еда? Смотрите, куриное мясо, грудка, говядина, корм, не знаю, для собак. Куча какая, представляете, это еще собаки поели, птицы. Вы понимаете?
Вы понимаете теперь, почему он с неохоткой-то подходит? У него все есть. Ну ладно, все, погнал я дальше. Такие джунгли у них здесь.